особенно горько и тяжело, что там было очень много детей. Это наше будущее. Память о них должна остаться у всех у нас. Я думаю, что правила-то давно уже написаны. И обычно правила такие кровью написаны. Наказывать нужно тех, кто не исполняет свои обязанности. Это в чем-то упущение. Как кто? Руководство страны кто? Транспортный. Они же ничего вообще не делают. Все же как было, так все и есть на самом месте. А еще с самого Советского Союза осталось все. Надо же новое все строить, а не старое все это.